10 рублей в день. Ёмки, как, сука. Так. Опять Лига Легенд. Играю за Скарнера. Так. А, за правую сторону. Вот, то есть... 6 на 6 это на самом деле пиздец. Да видите, карта маленькая. Она сама по себе маленькая. Проклятый лес. И 6 на 6 играем. То есть это пиздец на самом деле мясо. Бабла дают сразу больше, хотя уровень не апают. Видите, уровень первый все равно дали. Когда Скарнер находится на поле правосудия в определенных местах, появляются вот эти кристаллы, да. Кристаллы, то есть ты к ним подходишь. Так, находясь рядом с кристаллами... Вот бонусы дает, увеличенную скорость атаки и так далее. Клюшка. Скарнер ударяет клещнями, нанося всем врагам вокруг урон. Ну и плюс, пока он заряжен вот этой энергией от кристалла, он больше наносит урона. Вышка Скарнера на 6 секунд создает щит. Ну, танк это, да. Танк Скарнер. Ешка Скарнер поставит заряд к сферической энергии, которая заносит врагам на своем пути 40 и уменьшает их скорость. То есть наносит урон, уменьшает их скорость. А ульта у нас Скарнер пронзает вражеского чемпиона, нанося ему физического и магического урона определенное количество. Вот тут босс, насколько я помню, паук огромный, да, сидит. Давай. Рун у меня особо пока нету, то есть я даже показывать не буду. Рун у меня чуть-чуть, там где-то плюс 6. К атаке что-то такое. Да. Ой, ой, сука, как вот тварь, а. Против триплы стою, пацаны, против триплы стою. Вышку качну на всякий случай, чтоб уйти, если что. Ну вот. Против триплы стою. Ебать вы тварь, а. А, и тут, чтобы победить, я что забыл сказать, надо алтари захватывать. Пиздец, совсем похуй, блядь, мне тиммейты даже не собираются приходить помогать. Охуеть, против квадры я стою. Вы ебанутые, тут ко мне, против меня квадра тут прибежала. Еще Тимо фармить мешает, ничего себе тут засада, блядь. Так, теперь надо ходить захватывать алтари. Отлично, один алтарь за нами. Правильно ж? Да, один алтарь за нами, другой враг захватил. Но алтарь это не сама цель, да, алтарь он только помогает, как бы. Усиление дает определенные. Так. А и плюс ульта позволяет еще двигать цель за собой, которую мы ультой поразили. Убью, убью, убью. Не уйдешь, хуйте. На нахуй. Есть, минус эш. Вот так вот, хер она думала от меня просто уйдет, что-то убежит. Вот, смотрите, мы захватили один алтарь, это дает восстановление маны увеличенное и запас здоровья. И сила атаки миньонов увеличивается. Эш глупая, думала, что сможет там затащить против меня одна. Блин. А Гарен только второго уровня, а я уже пятого, видите? Пиздец, как перефармил, да? Ладно, пойду на базу, пока полечу, закуплюсь.
У нас даже лесник есть. У Джакса интересный закуп, вот этот хекстековый револьвер. Ну что ж, его дело, его дело. Идем. Что следующее купить? Броню мертвеца следующую куплю. Бля, мне сейчас вышку снесут, может поможет кто? Есть ульт. Теперь я могу за собой цель тащить, которую схвачу этим ультом. Ой, сука, я случайно в своего ебанул. Думал, враг бежит, в своего ешку кинул. Да ладно! Проебали башню, сука. Бля, вот плохо, вот я не люблю вот этого. Потому что враг начал прям фаст-пушить сразу. Пиздец. Снесли вышку нам. Вот это хреново, конечно. В принципе, я уже достаточно жирный. И по уровню врагов обгоняю. То есть... Я могу ворваться, в принципе. Во врага. Сука, ты чё, ебанутый, блядь? Как так они меня убили, если... Я танк 6 уровня. Как они меня могли убить? Я танк. Вы ебанутый, я танк, нахуй. Бля, так бесит эта хуйня. Бля, такой... Я не знаю, как меня убили. Пиздец, я танк. Какой смысл вообще быть танком, если тебя один хуй убивают? Я хуй знает. Бля, бесит эта хуйня. У меня команда фидеров, ёбаных. У нас 10-4 счет во вражескую пользу. Это пиздец же какой-то. Ко мне, давай, ко мне. Бля, ты сука. Ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. На, нахуй. Готов. Видите, я заультил сейчас. Вэш. К себе ее приманил. О, заебись. Так. Я скучаю по своему народу, Скарнер говорит. Пиздец, у нас ни одного алтаря нету, да? У нашего Вейгара счет 0-2. Я не понимаю, как Вейгара можно счет 0-2. Вейгар, он пиздец как ебашит. Я вот когда им играю, я пиздец там серию убийств делаю. Я не понимаю, как Вейгаром фидить можно вообще. Ууу, я пошел, я пошел. Ох, пиздец, они на меня облаву устроили. Давай, давай. У-ху-ху. Да ладно, я ж в него... Ты сука, блядь. А, у меня ульты нету. Бля, такие типы, нахуй. Заебали, блядь, союзник убит. Потому что у меня мои союзники, они нихуя не могут, кроме как фидить. Пиздец. Кстати, я только сейчас заметил, Кьюшка 12 маны только тратит у меня. Прикольно. Чё там, враг богоподобен, да? Заебись.
Что там дает хекстековый чистильщик? Указанная область на 5 секунд окутывается дающим обзор туманом. То есть тут вардов как бы нету в обычном понимании. Союзнику, блять, ну заебись, просто такие долбоебы, плюс тьма нахуй, вот я ебал. Ой, заебись, заебись вообще. Есть. Чисто с этого сыгнаита врага добил. Этого Грагаса. Ага, охуенно. И нахрен ты меня поджег. Ладно. Давай, есть броня мертвеца у меня теперь. Броня мертвеца. Да, титаническую гидру возьму. Прикольный артефакт, в принципе. Пиздец, у меня тьма, я в ахрене. Как так можно? 26-12 в пользу врага. Как можно просто так фидить, я хуй знаю. Пиздец, надо же что-то делать, захватывать, ходить, я хуй знает, но что-то делать надо с этим. Охуенно. Они на меня уже засаду просто всей компашкой делают, пиздец. Давайте, бля, гексакил. Есть, готов, Гарен. Да, я убил этого Гарена, ублюдка. Давайте и этого алкаша убьем жирного. Окей. Напоминаю, что цель тут игры такая же, да, как в обычном режиме. То есть надо уничтожить вражеский Ноксус, да? Есть вышка. Ага, хуй. Убить меня хочет, хуй. Давайте. Гасите, блядь. Жалко, у меня ульта не на массовый урон. Ой, сейчас свижу. Давай, ешку кидаю. Все, сейчас свижу. Все, ухожу. Враг сделал даблкил. Ну чё, хуй, заебись. Заебись врагу, даблкил сделал. Так, покупаю кулак Чаурим и Тиамат. Ну да, у меня меньше всех смертей. У меня всего лишь одна смертей. А у других есть, у которых по 9, по 7 смертей, пиздец. Давай, убьем. Убьем. На, готов. Готов. На, даблкил, сука. Даблкил.
Просто даблкил. И у меня серия убийств нет уже должна быть. Мне кажется, что должна быть серия убийств у меня. 5-1 у меня счет. 5-1. Меньше всех сдох, чуть ли не больше всех убил. Видите, вот так надо играть. Вот так надо затаскивать катки. Бля, мне сила умений нужна. Сила умений очень важна, мне плюс дает. Все, блядь. Хилочку подобрал. Фраг сделал. Квадрокил. Пиздец, блядь, ну пиздец. Я рад за врага, что он сделал с квадрокил, блядь. Ты чё, тварь, мой кристалл трогаешь-то, а? Ой, сука. Мне придет кто-нибудь, поможет на боте вышку-то забить, нет? Ой, все, блядь, ой, все. Блин, у меня массового дамага нету почти, блин. Ну, кьюшка, ну, кьюшка там, там того урона-то, блядь. Так, есть второй ульт. Так. Пиздец. Так, покупаю титаническую гидру. Титаническая гидра куплена. Так, и... И куплю медальон железных Саларий, пожалуй. О, босс! Босс, про которого я говорил, Вайлума. Очень сильный монстр. Может, Вайлму убьем, я хрен знает. Ох-ох. Угу. Ну, в принципе, я уже нормально так ХП восполняю. Так. Надо сейчас минус 6 сделать и пушить их. На самом деле. Легко решается все. Да, пиздец. Ах ты, сука. Отлично, Грагаса сделали. Готов, нахуй. У меня серия убийств же, нет? Не знаю. У меня 6-1 счет. По сути, у меня серия убийств или что-то на типа того. Должна быть. Угу. 6-1. Ну уж получше, чем у всех остальных. Чё, паука будем валить или чё? Ну, надо помощь тогда, помощь надо. Давайте и башим его. Давайте, давайте, Грагаса есть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, фу, блядь. Пиздец, на лоу хп съебались от них. Просто охренеть, просто на лоу хп. Вообще, знаете, я изначально хотел обычные ущелья призывателей, да, катку сделать. Но потом подумал, увидел, что гексакил открыт, решил гексакил сделать. У меня почти 3000 хп есть.
2800. Нормально. То есть, по сути, пиздец, я уже жирный. Не убежишь, не убежишь. Да ты сука, а. Цикло, блядь. Гарен, нахуй. Блядь, Гарен, нахуй. Гарен, пидор, сука. Мало того, что имбой играет, так еще такую хрень делает. Есть. Видите, я великолепен уже. Отлично. Ох, ни хрена себе, вы видели, стрела прям перед лицом пролетела, пиздец. Так. Теперь завесу банши купить. Просто чтобы бессмертным быть, нахуй. Завесу банши взять. Если бы мы еще алтари захватывали, то вообще прям охрененно бы было, да? Опа, нахилочка, не буду подбирать пока. Противник убит, это хорошо. Это мне нравится. Ой-ой-ой, все-все-все, бэк-бэк-бэк. Давайте, наебаш ему. Ох, заебок. Ох, заебок. Вы видите, что я делаю, да? Вы видите, я божественен, просто. Просто идите нахуй. Это называется. А, черт. Скорость атаки у меня нормальная такая, 1.57. Бля, ну надо пушить, короче. Надо пушить. Я считаю. Отлично, у нас есть алтарь. Надо будет еще Скарнера пикнуть, знаете, на лайн. На лайн. Ага, хуй, хуй тебе. Вы видели, даже флешнулись, чтобы меня убить. Хуй вам, хуй вам, хуй вам, хуй вам. Просто хрех, блядь, вот так вот. Вы видели, что было? В меня просто Гарн флешнулся, в меня ульт полетал. Пиздец, Джинкс ультанула в меня, чё только пиздец. Просто на острие ножа я был, вообще похуй. 3337 хп у меня есть, почти счастливая цифра. У врага серия убийств, это хреново. У меня, кстати, 8-1-12 счет. 8-1-12. Ты кто? Ты кто? Постой. Постой. Давайте, хватайте, хватайте его. Убьете, убьете. На, нахуй, готов. Сука, легенда. 9-1-13. Пиздец, я ебашу, конечно. Давайте, давайте, Гарена, блядь. Тварь, нахуй. Нормально. Ух ты, ух ты, ух ты. Давайте, захватывайте. Заебок. У нас два алтаря есть. Это класс.
Два алтаря — это хорошо. Два алтаря — это заебись. А, идите нахер. Да, мне надо силу умений, кажется, качать теперь. Конечно, пиздец, я танковитый, но... Да, пиздец, мне бы тут помощь не помешала. То, чё тут? Опять кто-то Вайлма убить хотел. Чё он там бесится? Кстати, Вайлму ведь никто так ни разу и не убил, да? Отлично. Пиздец, у меня скорость атаки уже нормальная под стаками получается. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Давайте, давайте, готов, нахуй, готов. Десятый фраг в мою копилку. Пиздец, как же я ебашу их вообще. Все, у нас два алтаря захвачено, да. Хилка моя, хилка моя. Ой, блядь, союзник убит. Это хреново. Давайте, давайте, наебашим, наебашим. Давайте, давайте, давайте. На, нахуй. Пиздец, я врагу шанса не даю. У меня счет 11-1. Пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, нужна сила умений потом еще. Надо будет, вот сейчас я артефакт куплю, надо будет силу умений делать. Дайте я быстренько полечу, куплю артефакт и вернусь. А, блядь. Нету времени даже артефакт купить, ну ладно. Черт, хорошо я так Гарена притащил и не убили. Давайте, 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 ебашим. Есть третий ульт. А-а-а. Ой-ой-ой, ух ты, ух ты, ух ты. Опасно, опасно. Все, пока уходим отсюда. Сейчас я закуплюсь, приеду и наебашим им. Сейчас, 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 секунду. Давай. Покупаю завесу банши. Пиздец, я фулл танк. У меня 3755 хп. Это ж пиздец. Я думаю, что мог бы еще купить тройственный союз. Вот следующим с шестым артефактом куплю тройственный союз. Охренеть, у меня защиты уже. Пиздец, мне вообще похуй на их дамаг просто. Охренеть, я вообще не чувствую урона.
Почти. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вы видели, пиздец? Я не знаю, как. У меня 4000 хп. Я не знаю, как они меня убили с 4000 хп. Это потому, что у нас счет 75-56. Просто мои союзнички раскормили врага. Ну, теперь все, пиздец. Я ж один не могу затащить. У меня 4000 хп. То есть, по сути, пиздец, как меня вообще убить можно было? Ну да. Чисто то, что враг расфармился. А, блядь, защищайте эту хуйню. Пизда. Пиздарики. Пиздец они, ну они, потому что нихуя не, у меня тьма просто, они нихуя не может. А, бля. У меня урона нету. Я, конечно, танк, но я пиздец, я по сути фул танк. То есть у меня урона-то почти нет. Эх, а так хорошо все начиналось. 11-2 у меня счет. Это ж пиздец. А хуй вам. Хуй вам. Интересно, у нас кто-нибудь в моей тиме вообще урон наносит? Ну, вроде тима неплохо, но у него только 14 уровень. М-да. Пиздец, у меня плюс 26 уже этот дамаг. Так, надо по ой, этот хил. Надо еще, короче, 1500 и все, и будет у меня. Уйди нахуй, вот это имба еще, блядь, бейст. Бренд нахуй. И все, и будет еще 1500 и будет у меня тройственный союз. А, пизда. Да. Так, камешек мой. Блин, мало еще бабла, ладно, ладно. Мало еще, чтобы закупаться. Блин, ну да, я урона не наношу, конечно, я чисто фул танк. Ой, охуеть. Охуеть. Я, короче, хотел догнать, заультить эту суку, Джеш. Или Джинкс. Не успел. Ладно, тройственный союз покупаю. Все, есть 6 слотов. Охуенно. Дауны. Просто дауны. Просто тьма долбоеба. Ну что ж, ладно, как-то так.